Друзья мои, у Лены идет прямой эфир. Она там самсу делает. Сейчас, Виталь, сейчас закроешь двери. Она там делает самсу, и я подумала, что это она там делает самсу без меня. Ладно, делает. А кто ее будет всю эту самсу есть? Без меня не справится. В общем, все, я погнала. Я за что такси вызвала? Виталь закрывает дверь. Все, я поехала. Виталик что-то не захотел. Я говорю, мы вдвоем, наверное, не съедим с ней. Надо было Виталика брать, чтобы я его накормила и неделю мог не есть. Но нет. А вы думаете, что меня так долго не было? А я спала. Ну как спала? Я даже штаны не переодела. В драных поехала к Лене. Где он? О, вот он. Таксиш. Видно? Не видно? Сейчас усяду, все видите. Ой, он что, меня ждет, что ли? Здрасте. Вы же меня ждете? Угу. Конечно, меня. Конечно, ах ты ж. Вот, видите? Ой, сейчас. Все. Шеф, трогай.